Мне кажется, что у каждого жителя штата Вашингтон есть лыжный костюм. Самые дешевые штанишки – $169. Короче, мне тоже такой надо. Ну, по крайней мере, штаны. Вот это целый магазин, посвящен зимним видам спорта и не только, вообще спортивной одежде. Очень прикольный, но очень дорогой. Это другой магазин. То же самое, немножко подешевле. Я примерила несколько комбинезонов, мы поняли, какой размер мне нужен. И заказали по почте, заказали в другом магазине. И вот пришли мои штанишки. Точнее, это типа комбинезон. Короче, штаны с подтяжками. Вот такой синенький North Face. Я довольна. Муж мне отдает свою куртку, тоже синенькую. Вообще у меня целый комплект такой. Ба-бам! Стоили столько же, сколько и в магазине, $199. Так уж нам повезло, что в часе езды от дома на автомобиле у нас находится горнолыжный курорт Summit на Snoqualmie. И помимо горных лыж и сноуборда, там есть еще такое замечательное наслаждение, как покатушки на ватрушках. И вот мы тут, наконец-то, за 2 года я впервые, между прочим. Ну, не на лыжах, на сноуборде, ну, надо с чего-то же начинать. В этом году ватрушка, в следующем году будут лыжи, надеюсь. Oh, it's on both sides, double-sided. Yeah, okay. Do you need help? Just hold on to this. Yeah, we are. It's a very good exercise. You can go first? Yeah. Okay. How do you feel? Huh? I'm nervous, you know. Any last words? Maybe I need to sit down on it. It's up to you. You decide how you'd like to go down. Yeah. What'd you think? Pretty cool. Pretty fast. We're fast? Yeah. Yeah. Are you gonna run, go on your belly the next time? Yeah, I think so. It's all right. Should try every time, every option. Okay. Same time, I'll try to go for you.
Забыл меня. You're stoked? Huh? No Russian words of excitement or anything? Хорошо. Хорошо, good? Yes. No, all excitement words are just coming in English now. Sorry. You ready? Uh-huh. Wow! Ой, мамочки! Ой, мамочки! Ой, мамочки, почему спиной-то? О! Как мы теперь вылезти отсюда? Подложье. Это была очень плохая идея пойти в эту сторону, потому что гора очень высокая. Последний раз, пожалуйста. Отличная поездочка. Розовые щечки – это явный признак удачной поездки. Вот такая у нас горнолыжка. Она, конечно, не самая лучшая в нашем штате, но, тем не менее, она прекрасна для того, чтобы учиться, чем я планирую заняться в следующем сезоне. Но пока вот мы пришли в бар, здесь есть такие зоны отдыха, как и на всех, наверное, горнолыжных курортах. А на этот склон есть веб-камера, так что мы можем смотреть через окно и через веб-камеру вашу маму, и там, и тут показывают. Ну, не чудо ли? Спасибо за просмотр!